А короче, вот деньги, да, я вот как заметил, да, например, ну, вот я хотел накопить так 10 тысяч, да, 10 тысяч. До 9 тысяч накопил, и 3 тысячи пропил, и у тебя 6 тысяч осталось. Вот тебе так и надо. А оказывается, нет, а там жизнь она по-другому идет. Она не так идет, смотрите. Я, например, истратил, да, деньги, да. Значит, мне должно в 3 раза больше еще потом прийти, понимаете, в 3 раза. А оно так и получится. Вот в 3 раза. Вот я так, тогда у меня в 3 раза, тогда у меня должно быть, так, 16 тысяч. Вот 16 тысяч должен, вот должен я, вот за короткий срок 16 тысяч сделать, все, вот это мой сейчас залог, 16 тысяч, вот 16 тысяч сделал, там, вот у меня только вот это, вот одна проблема мучает, вот это, в карманы хлорши эти деньги, да, а они как бы стираются, просто-напросто стираются, а я же как этот, как заводной, постоянно, и они, да хоть ты куда, я вложил в это, а в кошелек не хочу ложить. Почему в кошелек не хочу ложить? Кошельки, они как бы, ну, разбирают, видать, и преступник у тебя хоть как уволокет. А когда ты так их положил, а их не видно вообще, вот, и так деньги не так теряются, но они перетираются. Иногда вот так в деньгах я раз уснешь, а я шевелюсь, как вот этот заводной. Смотришь, они ёшки на себе помяты. Вот это, не знаешь, куда это? А если положишь в баночку, куда-нибудь зароешь, могу забыть даже, куда я ее зарыл. И они в баночке там, потому что вот эти утром роса, вот это, они намокают мокрость. А потом эти деньги, вот, за год, вот денежка, вот, если ты в банку запрячешь, она, вот, откроешь, ты не узнаешь свою денежку, она черная становится. Черная вся. Сперва она в таких в точечках получается, а потом весь черный. Вот. Так, вот так получается. И вот приходится думать, а ешка стерется, там это потеряется. А так раз и стратил все себя. Нормально. А оно же жизнь как? Идет. Ты еще сделаешь. Еще сделаешь. Пока жизнь идет. Это же птичка, как она же кушает, она вот, например, вы думаете, птичка что запасает, она наклевалась себе в живот, все, и сидит, она не запасается дальше, она, день будет, я еще опять наклююсь на вот этих зернышек, на. Вот и все, они вот так в природе, я, меня бы как бы не...